Всем привет! Сегодняшний ролик у нас не совсем привычный. Сегодня мы с вами побываем на настоящем мужском шопинге. Ну, конечно же, это в рыбацком магазине. И не в простом рыбацком магазине. Еще два еще покупателя. А сегодня мы с вами в рыболовном магазине «Джих». Ну, хочу сказать, прежде всего, что уже как бы наступила осень, зима не за горами. Мой старенький норфинг уже вообще прохудился. Поэтому сегодня будем не только покупать силикончик, но и посмотрим костюмчики от Фаренгейта. Вот здесь у нас работают такие замечательные люди, которые вас с удовольствием обслужат. Смотрите, вот этот человек всегда встречать будет вас с улыбкой в данном магазине и обслуживать по полной программе. Танюша. Ничего, ничего, это хорошо. Мне надо кремчика чуть-чуть окрас на руки. Так, где наш Фаренгейт? Вот он. Вот он, Фаренгейт наш. Так, сначала мы его помацаем. Ну, ткань приятная. На ощупь. На самом деле, да, он идет с пропиточкой. Сейчас мы будем его мерять. Вот, не реклама, ребята, ну, так вот. Вот такая прикольная флисовый воротничок типа USA. Так, в общем, немножко силикончика мы купим. И, конечно же, померяем костюмчик. Сейчас я пока отключаюсь, надо все это дело одеть. И пока костюмчик готовится. Вот он, да, сумочка такая прикольная, вся черная. Здесь есть такие ряды со спиннингами. Есть американские, да, бренды, Слайк, есть? Есть американцы, в частности, Сен-Крой есть. Гарри Луменс есть. Потом... Фаворит, да. Golden Cage. Что еще есть в ассортименте? Шимана. Да. Ну, если чего-то нет в магазине, то, я так понимаю, без проблем можно заказать и вам привезут. Да. Все, Саня. Сюда зайди, Саня. Мне нравится, как сидит на тебе. Да. Угу. Застегни, пожалуйста. Хороший. Молнию застегни. По ощущениям, ну, костюм мягенький, приятный. Конечно же, это не ПВХ, нет, здесь какие-то вставки такие, плащевка, типа, ну, единственное у него, наверное, не знаю, скорее, не недостаток, но такая особенность, что, судя по тому, как я читал про него, он идет не, сейчас я немножко оденусь еще, ближе к максимальным условиям, к реальным, точнее, условиям. Костюмчик идет с пропиточкой. По воде он там что-то, по-моему, порядка 3000. Но сейчас не вспомню, как и называются эти, да. Петрушка это. 0,47-24. Да, пропиточка. То есть периодически брызгать. Но я решил брызгать таким. Самое главное, ребята. Это ценник данного костюма. Он идет минус 30. Вот такой прикольчик здесь классный. Класс. Ну да. Повартек. Самое интересное в этом костюме, это, конечно же, его ценник. Ну, выглядит, так сказать, по-богатенькому. Очень хорошо выглядит. Я тебя хоть на воде буду видеть. Да, так что если вы вдруг на воде увидите вдали помаранчевый цвет, это 100% один из них это я, потому что в магазине еще есть костюмы, или как-то там может быть их хуже. Жалко, что нету зеленого, был бы за команда. Слушай, да. Хороший капюшон, да? Да. Котик, отлично. Ты как в нем родился. Да. А внутри карманы есть, чтобы мобилочку положить? Есть под мобилочку. Вот эти кармашки. И, кстати, знаешь, где еще есть карман? На штанах. На спине. Не хватает только, знаешь что? Минус 30, чтобы проверить. А так сейчас мы тебе... Кондиционер включи. Червяков за пазуху. Малой, а холодильник? Кстати, петляк для багорика, я так подозреваю. Для открытого ношения багра. Да, прикольно. Да для чего хочешь? Много всяких интересных... Хоть Корсанду, да, костюме можно. Что хочешь, хоть GPS. Ребята, за ту цену, которую он стоит, я считаю, вполне достойный костюмчик. О, еще какие-то петрушки, плюшки.
карманчики. Так, что здесь у нас? Александрович, посмотри, пожалуйста, не снимая костюм. Молния двухсторонняя. Можно пописать? Да, возьми, можно. Там снизу тоже есть? Да, писать мы не будем. Нет, не надо. Довольно-таки очень удобная вещь. Хорошо, это очень удобно. Нравится, что высокий. Вот видишь, где карманчик вот там был? Не ржавый. Вон он, оранжевый. Угу. Планочка. Я смотрю, ты делаешь поразительно. Это же мой размер. Excel, да. Чуть-чуть. Слушай, объясни мне, вот это. Да не, все равно. Сзади отлично. Да, а калоши будут тереться. Они длинные сильно. Ну, насколько я понимаю, костюмчик, в отличие от ПВХ, можно будет постирать, правильно? То есть ткань такая. Это, в принципе, вроде как мембрана, так что надо как с мембраной. Мембрана, есть специальная для мембранной ткани, есть специальная, так сказать, стиральная. Не рискуй. Не рискуй. Есть специальные, так сказать, составы, которых можно стирать. Ну, в целом, костюмчик легкий, вес его там заявленный 2,5 килограмма. Карточку берем. Так, сегодня мы еще также берем бурячок. Обязательно. Кончился. По итогам, да, прошлой рыбалки на Каменском водохранилище кончился у нас. Ё-моё. Так, в общем, мы скупились. Все, пока. До свидания. Пока, Танюш, все. Всем до свидания. Рыболовный магазин «Джиг». Рад всегда вас видеть. Особенно с деньгами. Все, ребят, в общем, мы отшопились. Немножко прикупили силикончика рабочего. Такой, ну, в принципе, все по классике. Как бы за последнее время это бурячок. Вот. Особо и немного. Спасибо рыболовному магазину «Джиг». Я немножко приболел, не знаю, в ближайшее время планирую на рыбалке, но посмотрим, как поведет себя мой организм. Все, всем не прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если будут вопросы по костюму и в целом по, ну и в целом по рыбалке, пишите, будем общаться, будем встречаться, если это будет получаться. Все, всем пока. Так, ребят, я уже дома, костюмчик приехал, с костюмом домой. В общем, смотрите, принцип действия, ну, как бы лишнее доказательство, что костюм идет с пропиткой. Значит, по закону жанра водичка должна скататься. Видите, она не промокает. То есть, это и есть суть пропитки. Вода не собирается, вот она скатывается и слетает, как бы, с ткани. Вот это свидетельствует о том, что ткань реально с пропиткой. Вот. Все по-честному, без обмана. У волшебника Фаренгейта. Ну, а вот что происходит, когда вода попадает на простую ткань. Думаю, все понятно.